Ай, больно же. Воу. Я чё, сдох? Ай, больно. Как Итан после такого выжил? Такой гоп-оп-оп забежал. Открыть шквальный огонь. А, он уже все. Черт, я только-только начал. Че он там? Даже урон не нанес. Мужик, ты че тут как там? Раны глубокие. Этот волчар нас порешал. Так. Где этот гранатомет, хотел сказать. Да, гранатомет. Он здесь. Бесконечный, бесконечный. Бесконечность не предел. Открывай, открывай. Сука, вон я его вижу. Да. Да, бесконечный. Ахаха. Ага, отлично. Это что у нас? Флешка? Ага. Хорош. Закрыто. Ну и хрен с ним. Так, мясо. Черт, shift. Shift, 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 shift. Черт, это ножик надо выкинуть. Так, выбрать. 7, 3. Все, отлично. Что там у нас? Тут что-то. Курочка. Куропаточка. Что-то нос зачесался. Здесь надо пройти, да? Сейчас чихну. Нет, это не подойдет, там надо другой. Окей, я понял. Это надо другое говно. Тогда по прямой. Сюда вот вроде как, да? Чё, кто где? 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 Кстати, вот сюда еще можно попасть. Вон, видите, труп? Сверху, что ли, где-то? Так где они там орут? Прям в лицо ему. Он такой, и прямо ему в хлебососину. Ну да, сюда. Ну не сюда, а туда. Не туда, а сюда. Так. Покрыта какой-то слизью, но ее можно пробить. О, хватает. Отлично. К Марону идем, мать его. Ты-ты-ты. Отлично. Давай. А почему так сразу нельзя было? Ну, в Шерлок Холмсе там надо аж целое дело делать, чтобы вот так вот запрыгнуть. А ну-ка, сейчас двоих. Ам, прям в сраку обоим. Так, так. Хрю-хрю, а там ничего нет, не висит сверху. Так. Снимок свиней. Отлично, мне это свиней пока показали прямо сейчас. Так, я не понял, мне реально сюда вниз надо? Я просто не помню. Вроде да, тут проход только один. Ага, вниз, короче говоря. А потом шар надо искать. Шар вроде здесь где-то должен быть. Водохранилище. Чтобы получить шар после убийства Марона, вернитесь к мельнице и откройте руку.
Рукоятью дверь слева от лабиринта. Сделав это, пройдите в новую область. Ага, я вспомнил. Я как раз примерно так и думал. Вот та область, там, где был этот оборотень. Хоп-х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 оп. Бежим-бежим-бежим. Нас ждут, мать его, приключения. Давай-давай, жми-жми-жми. Да не напряги булки. Булочки напряги. Булка напрягательства. Давай, Итан. Давай, 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 давай. Вперед, 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 вперед. Вперед, тут закрыто. Да, там нужно 6. Вперед, вперед, сука. Тут закрыто. А, наверх нельзя, значит нам сюда. Сюда. Налево. Направо. Вверх, 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 вверх. Нет? А, тут надо вот так. Так. Пропустить. Бля-бля-бля-бля-бля. Шо он там? Мать Эмиранда, я готов на все ради тебя. Это я заберу. Стой, стой, стой! Что ты делаешь с чудо-ребенком? Она не ее. Ты что-то сказал? Что ты несешь? Какой чудо-ребенок? Матерь хочет вернуть дочь. Да к черту тебя! Нет, нет, нет! Нет, нет, нет! Да, да, да. Давай, пролази, Итан, мы вперед. Вот урод. Че, украл обратно? Да? Так. Нет, не украл, вот он. Колба с ручкой, только... А. Я рад за тебя. Не отдам бы я тебе. А кто сказал, что тебе я отдам? Как же выбраться? Так, что это тут у нас? Патроны. Можно сломать силой. А, окей, силой. Ну так вот так вот. Так. Да, господи, нельзя, может просто спрыгнуть. Да подбирай ты бабки и бежим. Диверсионная работа. Оу. Подстава! Откуда ты тут сбоку взялся, гнида? Давай, давай, Итан, шевели булочками. Чё у нас тут, рыба? Тут была рыба. Видать, была, но сплыла. Эй, чё, он один выстрел выдержал? Слышь? Воу-воу-воу-воу-воу. Хорош. Как же я хорош. Не все забрал. В смысле не все? Ключ здесь, это тут, это там. Я на дереве что пропустил? У лодки я вроде забрал все.
Шо, шо я мог пропустить? Чё я пропустил-то? Да мазафака, чё я пропустил-то, а? Или тут шкаф надо задвинуть и можно что-то увидеть? Вроде нет. Чисто. А шкаф уничтожит? Шкаф тупо не пробиваем. Ай, хрен. А, во. Трава. Супер. Там пороха и патронов можно наделать прям неимоверное количество, кстати. Сколько там? О, патроны на продажу. Патрондажа. Патронная продажа. Бежим. Ключ от лодки есть. Это ключ? Это не ключ. Бежим к лодке теперь. Чуть-чуть. Ничего не пропустил. Хоп. Что это за писочка? Пам-пам-пам. Красный или коричневый показывает вообще. Пам-пам-пам-пам-пам. Лодку запускаем. Черт, пропустить опять нельзя. Гони! Ганеск, гони. Не, туда нельзя сразу. Это когда оно высохнет. Турбулируй. Да. Что за хрень? А туда сразу нельзя? Не, нас вроде разворачивает. А ну-ка. А, нет, тут специально сделано, чтобы ты не проплыл. Я понял. Давай. Вот тут я еще... Я тогда пропустил, мне интересно было... Интересно все же, что тут есть. Что тут я мог пропустить? Ну, то, что выглядит красиво, это да. Рыбу, что ли, пропустил? Ну да, пишется рыбешка. Рыба. Все. Тут была рыба. Понятно. Ну, пропустил рыбу тогда. Ну, ничего страшного. Думал, что-нибудь этакое будет. Сокровища какие-нибудь или что-нибудь еще. Этот, апдейты. Ой, точнее, апгрейды. Да, пропускаем. Тут более-менее безопасно. Еще так.
Тогда что же делать? Он сказал, что выход. Ну, а так как тут... Откачать воду. Да, черт, надо откачать, черт. Надо откачать водичку. Откачать водичку, откачать водичку. Привет. Вам что-нибудь подсказать? Да. За сколько ты продашь желтый кварц? Хотя, не, подожди. Так, так. Нет, Димитреску не будем продавать. Кольцо, может, что-то там надо. Вот это еще можно продать. Пищу продавать не будем. Куча мяса, мяса, мяса. Сейчас куча патронов еще продать. Вот это продать. Гранатомет улучшить, интересно, можно? 63 тысячи. Вроде нельзя, там максимум уже. Да, максимум уже. 60. Чемоданчик может увеличиться. Урон теперь бахнем. А, подождите. Что там у тебя нового или ничего нового не было, я не помню. Патроны, ничего интересного. Ну да, чемоданы я купил, все купил. До новых встреч. До новых встреч. До новых встреч. Черт побери. Так, у нас тут сортир вместе с сокровищами. Руагентом. Руагентом. Че это такое скрипит? Что-то скрипело. А, это... Мельница, мать его, скрипела. Вроде как. Так, записочка. Оп. Курочки такие. Охренеть! Все, всех положи. Всех курочек положили. Обломок кристалла. Так, лом... Курочки все зарызали. Кристалл. Так. Что там, вниз вроде, да? Погнали вниз. Как-то турбануть. Почему не было вот это? Так, тут вроде как надо аккуратно пробегать. Что это? Патроны. Типа вот так вот. Не хочу стать рыбьим горлом. Он вроде на обратную должен идти. Мне надо было сейчас пробежать. Так, куда там дальше? Так, а что упало? Что упало, то пропало. А, там надо две эти снести. Так, аккуратно. Где там вторая? Я что-то ее не вижу. А, вон она. Ты мазила. Во. Где он там? Давай, где ты там? А, тут можно пробежать было спокойно. Лол.
Лол. Там скинуть надо. Давай, напрягай булочки. Как оно плавать-то может? Не могу понять. Так, рука, ручка, ручка, ручка. Вонище. Давайте, не ссы. Там максимум может быть эти тентакли. Так, синие, да? Так, готовое. Чё оранжевое? Синее. А это чё? Белое. Так, и чё лучше всего запустить? Белую, наверное, в конце лучше всего запустить. Или белая дольше всего протянет. Так, вот тут аккуратнее надо быть. Так, что-то там проплыло, ублюдок. Ух ты ж, блин, я уже думал, все, жопа мне. Я лучше тебя. Да я понял, понял. Так, можно было бежать, думаю, да? Угу, походу можно было бежать. Что-то как-то сыкотно. Смотри, мама. Все, пробежал. Расслабы, мамка. В следующий раз уже не будет, бро. Так. А чё делать-то надо было? Тут это, я понял. Воу-воу-воу. А прыгать, конечно, отсюда надо, да? Ну да. Шмальнуть бы в тебя пару раз. Где он там? Так, проскочил. Так. А сколько там... Да, урон я не могу посмотреть. Изучить. А, 1200 урона. Тогда револьвером лучше. Потому что перезарядка 2,7. Изучить. У меня револьвера сейчас 1600. Это за счет темпа стрельбы большой будет. Вот это я понимаю.
Так. А револьвером быстро, как ковбой. Так. Прыгает как может только. Как майот. Так. Да, я понял. Так. Я только не могу понять, куда, где оно вертится, в какую сторону мне надо крутить. А, все. Нормально. Нормально. Правильно, правильно рассчитал. Газуем вперед из базуки его. Ух, красиво. По красоте. Все, успокоился. Кручу-верчу. Закрутить хочу. Все, ток пошел. Круто. Так. Как-то так, да? Синий. Не, вот так вот. Вот типа вот так вот. Красный, черный здесь, я понял. А, синий. Красный. Синий. Давай. Погнали. Все, бро. Не плавать тебе больше. Есть. Хотя еще автомат есть, который может внести тоже уйму урона. Быстро. Это около 3,5. Автомат вносит что-то около за 10 патронов, за одну обойму 3,5, это 7. Короче, 10 тысяч урона он может внести. А ну-ка, сейчас. А... Да, правильно, тут надо по лестнице вниз. Автомат вносит около 10500 урона. Не в минуту, быстрее. За одну обойму имеется в виду. Это на данный момент самый-самый мощный. Так, это подобрал. Хова. Прыгнул, скаканул. Хотя тут через дверь можно было пройти. А тут что? А, я типа вернулся обратно, я понял. Эдакий спуск. Записка, улучшение. Сразу для пекаля. Прут. А это что такое? Готов. Две обоймы. И бро сдох. Помоги! Помоги! Да. Бу-бу. Расхреначило его.
Кристаллический Морру. Как жил, так и помер. Да-да-да. Как жил, так и помер. Так. А, типа я сразу тут возле выхода. Я понял. Ну, отлично. Сколько? 3:12. В принципе, прямо по курсу. К 8 часам успею. Хотя Гейзенберга вот эта вот хата будет тяжелая. Так. Так. А, 6 крыльев. А чё у меня? Так, так, так. А у меня 4-крылый. Не понял. Вот это я не понял. А, надо, наверное, вернуться сюда. Вот так вот. Где он тут? Вот он. Все, 8-крылый. Да-да-да-да, Гейзенберг там мне предлагает дружбу. Куда он? Каду. Оно живое? Ты что думал? Итан, Итан. Так, как же долго. Все, валим отсюда, валим, валим, валим. Свинки, интересно, будут. Свиней я всех порешал. Ты где этот? Вот он. Кручи, кручу, верчу. Дверь открыть хочу. Пропустить нельзя, пропустить. Аллилуйя. Вперед. А, деньги разлетелись. Где ворон? Вороны? А, это не вороны. О, шарик. Ну, почти точно попал. Где эта тварь? Господи. Чёртовы эти крысюки. Так. Что это тут? Бабки. Еще жив? Живучий. Так, так, колесико. Кручу, верчу. А, наверху оно. Тьфу ты. Я думал, сокровище здесь. Что у вас?
Пам-пам-пам. Сейчас так. Сейчас аккуратно вот так вот. Четко, метко, аккуратно ему прям в сраку. Так. Борец, борцун. Тоже. 5. Но у него вроде больше мощности. Или нет? У него апдейт, кстати, еще есть. Изучить. 1700. Блин, да у него побольше мощности, чем у этого Барцун. Револьвер с крупнокалиберными патронами. Невероятная огневая мощь и бронепробиваемость делает его эффективным против оборотней. И он, кстати, апгрейдится. Зараза. Барцуна тогда поставлю. Там апгрейд есть. А когда этот апгрейд у меня будет? Давай, Барцун, выходи. В смысле, ты сдох? Охренеть можно. Ага, ну легкий уровень, понятно. На легком уровне они там отъезжают просто с одного выстрела. На тяжелом мне пришлось аж 3 раза стрельнуть. То есть на тяжелом уровне у них что-то около 5, там почти 3500-4000 хитпоинтов. Так, шарик. В смысле, почему он? А, поэтому. Ой-ой-ой. Чуть не упал, не улетел. Так. Давай. Катись, вертись. Оп-оп-оп, тут аккуратнее надо. Тут у нас проломчик. Так, стоять, сука, я ни черта там не вижу. Тут прям надо аккуратно. Ни черта не видно. Аллилуйя. Отлично. Все. Все, хватит. Испытание завершено. Сашими, вы завершили несколько испытаний. Обменяйте очки результатов N на разведок Сашими. А что Сашими-то делается? Бонусы. Испытание. Необратимый, да хороший боец. Лучший отец в мире. 100 тысяч. Завершите сюжет на уровне сложности жутко. Конечно же. Конечно, обязательно. Мастер, создайте 150 предметов в меню создания. Специалист по выживанию. Создайте 300 предметов. На легком уровне. Сейчас буду создавать и создавать. Взломщик. Откройте 15 простых замков с помощью отмычки.
Охотник, браконьер, гол! Перекатите мяч из спальни Уинтерсов в кабинет. Накаркал. Подстрелите 5 летающих ворон в сюжетном режиме. А, подстрелить летающих хулиган. И тут куча всего. Окей. Потом подстрелим всех. Спасибо. Пока.